Мелкий! Кто тебя отпустил с дома? Ты какой с тебя вор? Какой с тебя вор? Молоко на губах еще не высохло. Да, вот сиську мамы просит. Вот, дай, мама, сиську, дай пососать сиську, дай, пожалуйста, я голодный. Дай сисечку. Какой вор, тебе еще грабить лет через 10? Кто тебя с дома выпустил? Давай я тебя отведу домой. Пошли за мной. Где твоя мама? Покажи, где твоя мама? Пошли за мной, пошли. Куча смешных роликов по Happy Wheels, GTA 5 и Kerbal Space Program, олдскульные игры и немного веселого неадекватно. Все это ты сможешь найти на канале Глюка. Заходи и подписывайся. Тут скучно точно не будет. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, еще в новую серию прохождения карты, где сегодня мы будем дальше продолжать пинать задницы всем барам, гриферам и нубам, ребята, в Майнкрафте. Кто помнит, это карта про охрану, где мы защищаем какие-то там сокровища Майнкрафта. И, ребята, мы уже прошли 3 уровня. Сейчас у нас впереди еще целых 4 уровня, поэтому, ребята, попытаемся сохранить все сокровища и надереть задницу всем плохим барам, ребята. И, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков, ребята, мы с вами сможем брать. А если наберем 3000 лайков, то я обещаю то, что я буду дальше продолжать записывать такие карты. И обещаю то, что завтра же выпущу новое видео, где буду проходить какую-то новую крутую карту. Поэтому, ребята, это очень просто. Поставить лайк за одну секунду. И я верю, ребята, что мои подписчики смогут набрать лайки. Ребята, если мы все друг соберемся, каждый из нас поставит лайк, то 3000 лайков мы наберем за один день, и завтра же выйдет новая серия. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый 3000 для меня как друг, ребята. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, делайте репост ВКонтакте, делитесь. И также, ребята, оставляйте свои комментарии, потому что на самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. А сейчас, ребята, давайте будем приступать. Какой у нас 4-й уровень? Это, ребята, офис Муджанга. Мне кажется, все знают, что это такое, поэтому давайте мы сразу же будем приступать. Нам нужно защищить какое-то там что-то там. Поэтому знаете что, давайте мы изначально отправимся вот сюда и посмотрим, что мы вообще тут, ребята, будем делать. Это какой-то парк. Тут у нас есть бассейн. Мы можем поплавать, можем даже поплавать. Так, тут у нас что есть? Тут у нас есть, это волейбол, ребята? Потому что теннис это когда снизу, да, это волейбол, да. И, ребята, смотрите, это баннер Моджанга, поэтому нам нужно его защитить. Какие у нас есть оружие, кто помнит? У нас есть полицейская дубинка, железная. У нас изначально была деревянная, но уже железная, я купил. Вот видите, деревянная, ребята. Также у нас есть лук и также у нас есть электрошокер. Мы будем задницей, ребята, всем пью-пью, вы поняли, да? И знаете что? Давайте, ребята, мы будем смотреть. Это первая зона. Это первая зона, волейбольная площадка. Это вторая зона, это бассейн. А посередине это у нас вокруг нашего вот этого баннера. Мне кажется, это самая крутая фигня, потому что мы видим, в принципе, все вокруг. Мы можем посмотреть и волейбольную площадку, и бассейн, и, в принципе, все, ребята, вокруг. Но все же нужно смотреть, а вдруг они, заразы, с канализации будут забираться? Вдруг они с бассейна нафиг вылезут? Фиг его знает, ребята, откуда они там планируют. Но будем надеяться, то, что никто не украл. Вот что-то мне стрёмно. О, зараза, вот ты где! Он такой сзади меня подкрадывается, я его даже не вижу. Электрошокером тебе по заднице. Убегай, но не убежишь. Нифига себе он сильный. Да, ребята, у нас еще 2 часа осталось, то есть еще 2 вора. А будем надеяться, то, что мы сможем их увидеть, найти и не дадим им ничего украсть. Третья камера. В бассейне никого нету. Посередине. Так, смотрим, ребята, смотрите внимательно. Если вы заметите где-то вора там в лесу, там за деревом, который прячется, или в лабиринте, ребята, орите в комментариях, мол, Эдисон, там вор где-то спрятался, ты его не заметил. Потому что, ребята, мне одному сложно его заметить. В бассейне никого нету, на волейбольной площадке тоже никого нету. Ха, я тут тоже пока что никого не вижу. Будем надеяться, что так же и не увижу, потому что, может, ворюги уже поняли то, что со мной дела плохи. Со мной дела плохи, они видят то, что я успешно защищаю. О, зараза! Я успешно защищаю наше сокровище, поэтому иди сюда. Нет, где ты? Отдай, на тебе электрошокером, на тебе. Там еще один, нет, мне показалось, там еще один был. Так, вернули, ребята, последний ворюга. Последний, будем надеяться, то, что мы его сможем высечь, найти. Где он может быть? Давайте, ребята, разведаем. Так, мне кажется, он...
Мелкий! Кто тебя отпустил с дома? Ты какой с тебя вор? Какой с тебя вор? Молоко на губах еще не высохло. Да, вот сиську мамы просит. Вот, дай, мама, сиську, дай, дай пососать сиську, дай, пожалуйста, я голодный. Дай сисечку, дай сисечку. Какой вор, тебе еще грабить лет через 10? Кто тебя с дома выпустил? Давай я тебя отведу домой. Пошли, пошли за мной. Где твоя мама? Покажи, где твоя мама? Пошли за мной, пошли, 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 миленький. Мама где-то вот тут прячется. Пошли. Ну ладно, игрушки плохи. У него иммунитет нафиг. У него иммунитет. На тебе, на подноги. Нифига себе, я даже не знал, что стрелы могут так взрываться. Да, ребята, да. Спасибо, Эдисон, за отлично проделанную работу. Ты оставался на страже и спас сокровища, ребята. Спас. Сейчас, ребята, у нас еще один раунд. Это какая-то тюрьма. Будем надеяться, то, что там кто-то будет... Воры так поспокойнее будут. 4 камеры. Так. Все нормально? Все нормально? Сбоев нету? Душ работает? В туалете? Накакал? Смоем. Все? Проведал? Уходим. Уходим. Так, построиться возле клетки. Джон, какого хрена? Все нормально, кокс принесли. Поделишься? Он уже, походу, все сам вынюхал, вот какой наколбасенный стоит. Ни хрена себе у вас тут комнатки. А вторая кровать для кого? Кого ты тут прячешь? Ладно, ты тут сам. А кто второй? Зачем тут две кровати, двухспальные? Не знаю, не знаю, ребята, зачем? Закрой дверь. Я не могу двери закрывать. Охренеть. Я открыл дверь и выпустил их. Так, значит, этих выпускать не будем. Тут никого, тут никого, тут никого, тут тоже никого. Значит, мне нужно следить за вот этими заразами. Я этих уже сам выпустил. Не знаю зачем. Я не представляю, зачем там 4 камеры. Ага, это за одним следит. Это за другим следит. Это за третьим. Это за четвертым, да? Чё за мудаки не могли просто-напросто взять и поставить камеру вот сюда, чтобы я просто смотрел за коридором? Если бы я увидел, что кто-то выбегает, просто начал на него нападать. Нет, они поставили камеры в эти. Офигеть вы, чукчи. Так, тут никого нету. Кто это придумал, я не знаю. Ну, в смысле, никого нету, наоборот, они там. На этом уровне, ребята, нам нужно, наоборот, их удержать в камерах, то есть не дать им убежать. Все пока что на месте. Джон на месте. Петро тоже на месте. Ксюша тоже на месте. Она просто пол изменила, кто не знал. Вроде все на месте. Проведаем обстановочку. Проведаем обстановочку. Петро, Джон, Ксюша и Василиса Прекрасная. Все? Все? Все на месте? Ладно, уходим. Уходим. Так. Вы будете убегать? Или что мне с вами делать? Что мне вообще в этом уровне делать нужно? Так, 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 так! Нифига себе! Где? Он дырку в полу сделал! Заразы, а ну назад! А ну назад! Нет, давай назад! Назад, назад, назад! Назад, назад! Назад, назад! Так, куда, куда, куда? Куда? Побежали, побежали! Нифига себе! Что это за побег? Я думал, знать. Вот я тут стоял, я думал, то, что они вот вылезут отсюда, да? То есть тут у них клетки, они как-то откроют клетки и побегут вот туда, где у нас выход. Они, заразы, подкоп сделали! Круто, круто! Я просто музыку услышал, что там что-то начало играть, и я понял то, что кто-то сбежал. Я даже не на камере это увидел. Так, еще кто? Кто надумает сбежать? Кто надумает сбежать? Кто-то там сбежал. Кто это был, ребята? Ксюша это была, 100%. Пошла нахрен куда-то помаду себе новую купить. Так, кто? Все? Все спокойно? Ладно. Ладно, нужно какие-то стрелы новые купить. Так, пока что все спокойно, никто не убегает. Копает, смотрите, копает под собой, копает, прокопал! Так, где? Кто? Откуда? Вот, 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 вот. Стоять! Стоять! Куда? Стоять, заразы! Стоять! Нет, меня только не убивайте!
Меня только не убивайте! Ах вы, зараза, вы такой урончик уже неплохой наносите. Так, ребята, это, как я понял, за ним кто-то пришел, он там подкоп сделал, да, и вызвал его. То есть это его друг, вот этот вор нафиг. Ага, я думал, то, что они сами убегают, но оказывается нет, ребята. Оказывается, за ними кто-то приходит, поэтому их там двое. Так, последний час. Кто придет еще? Кто посмеет вломиться в мою тюрьму? Кто посмеет? Пока что все тихо, пока что все спокойно. Будем надеяться, что так оно и будет. Может, все-таки они одумаются и больше не будут убегать. Копает, 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 копает! Кто там скопал? Кто там? Кто? Кто? Опять вот этот! Сколько вас тут? Так, этого нужно быстренько завалить. Там еще кто-то был. Еще один. На, паскуда! На! Электрошокером по заднице! Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда! Так, да, ребята, мы прошли еще один уровень. И сейчас у нас два последних уровня. Два последних уровня. На яхте ядерный реактор, ребята. Ядерный реактор. И эти два последних уровня, ребята, мы пройдем в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если вы хотите завтра видеть завершающие две миссии, где мы, ребята, будем убивать всех воров, ставьте большие пальцы вверх, потому что если с вами мы сможем брать 3000 лайков на вот этой серии, я обещаю то, что я завтра же выпущу новую серию. Поэтому, ребята, я верю в своих подписчиков, что мы сможем брать 3000 лайков. Если каждый из нас поставит, если мы все дружно соберемся, каждый из нас поставит лайк, то 3000 лайков мы наберем за день, и завтра же, ребята, выйдет новая серия. Зависит только от вас, хотите ли вы увидеть завтра новую серию или нет. Ребята, пожалуйста. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Рассказывайте об этом видео, об этом видео своим друзьям. Делитесь, сделайте репост ВКонтакте, чтобы больше людей знало то, что нужно убивать плохих людей, воров и гриферов. И также, ребята, пишите свои комментарии. На самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. Делитесь со своими впечатлениями, нравится ли вам эта карта или нет. И приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день, ребята. Сейчас лето, у всех много времени. Ну, у меня, конечно, нет, но все же, ребята, у кого много времени, приходите. Я всех вас буду ждать каждый день на моем канале, ребята. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.